Уважаемые одесситы, у хороших людей, тоже одесситов, в семье большая трагедия. Да-да-да, именно так. Пропала немецкая овчарка. Самка. Ну, в смысле, сука, это кому как больше нравится. 24 января, ну, на державной мове Сичня, в районе парка Шевченко, турецкого консульства. Возраст 2 года, цвет черный с темно-рыжим, вдоль черной спины седина, самая отличительная черта – большой шрам на носу, который зашивали ветеринарки. Посадка ровная, член семьи. Для людей пропала не просто собака, а друг с большой буквы. И даже, не побоюсь этого слова, смысл жизни. То есть все. В общем, трагедия. Нашедшего просим вернуть за солидное вознаграждение. И сделайте и доброе дело, что вам, конечно же, зачтется. И еще и заработаете. Контактные телефоны хозяев 722-99-67 и мобильные 067-28-99-400 или 050-520-90-78. Сделайте, пожалуйста, репост в соцсетях и скопируйте видео. Заранее приносим большую благодарность. О радости хозяев и, надеюсь, самой овчарки не будет предела. Спасибо!